Палаццо Питти, самый большой из дворцов Флоренции, находится на левом берегу реки Арно, соединяется длинным коридором через реку с Палаццо Веккьо. Первоначально с середины 16 века он служил резиденцией флорентийского банкира Луки Питти. Затем принадлежал великим герцогам тосканским из рода Медичи, а позже был собственностью Габсбургов Лотарингских. После объединения Италии во второй половине 19 века, дворец около 50 лет служил апартаментами итальянских королей. С 1919 года Палаццо Питти – это государственный музей. Вход во дворец ведет в большой парадный двор. Все 140 комнат мы уже не в силах обойти. Пойдем смотреть. А смотреть здесь есть на что. Глаза разбегаются. Коллекция православных икон в Палаццо Питти. Это собрание представляет собой старейшую коллекцию православных икон за пределами России. Наиболее ранние иконы, датируемые XVI веком, принадлежали великим герцогам тосканским из рода Медичи. Иконы входили в коллекцию священных предметов, хранившихся в капелле реликвий в Палаццо Питти. После прихода к власти австрийской династии Габсбургов, собрание русских икон пополнилось большим количеством произведений, выполненных в период с 1700 по 1750 года. На данный момент коллекция насчитывает более 60 икон, созданных в период с 16 по 18 век, и являются собственностью галереи Уффици. Большая часть икон коллекции Палаццо Питти была создана в провинциальных мастерских Центральной России неизвестными художниками, подражавшими иконописцам, которые работали в мастерских Оружейной палаты Московского Кремля. Описание икон представлено на итальянском, русском и английском языке. Месяцы слов – это календарь Русской Православной Церкви, содержащий дни памяти святых и круг церковных праздников на каждый день года. Поделен по семестрам, с сентября по февраль и с марта по август. Церковный православный календарь начинался с чествования проповеди Господней во храме 1 сентября и завершался 31 августа. Только при Петре I в России отмечать Новый год стали с 1 января, а до этого отмечали с 1 сентября. Значительная часть икон коллекции, относящихся к XVIII веку, была создана в провинциальных мастерских Центральной России. Мастерами, служившими при императорском дворе, в мастерских Оружейной палаты Московского Кремля. Посетим галерею современного искусства. Современное искусство во дворце представлено работами с начала 19 века до Второй мировой войны. Все 30 залов уже, к сожалению, не осилим. Но кое-что все-таки посмотрим. Бюст Наполеона, скульптор Канова. В начале 19 века дворец использовал Наполеон Бонапарт в качестве резиденции во время своего правления в Италии. Людовик Бонапарт. Пьетро Бенвенути. Клятва саксонцев Наполеону, 1812 год. Парадный портрет Демидова, кисти Карла Брюлова. Макет памятника Демидову, который стоит на площади Демидова во Флоренции. В галерее современного искусства в основном представлены произведения итальянских живописцев XIX века. Вход Карла VIII во Флоренцию. Картина Джузеппе Беццуоли. Средневековая файда, Эдуарда Барони. Начал коллекционировать работы современных ему авторов герцог Петр Леопольд Лотарингский.
Значительную лепту внесли также правящие представители Бонапартов и Бурбонов. И, конечно же, члены королевской династии Савойи, обожавшие дворец Пити и приумножившие его художественные богатства в период Флоренции, столицы Италии. Затем эстафету подхватил муниципалитет города, выкупив несколько частных коллекций. А от этих мальчиков я вообще был счастлив без ума. Просто великолепно. Это работы Адриано Чичони, итальянского скульптора и художника. Военные сюжеты меня просто очаровали. В галерее нельзя близко приближаться к экспонатам. Сразу срабатывает сирена. Не очень громкая, вот такая. Интересная скульптура. Паразиты. Автор Акиле де Орси. Мария Стюарт в Крукстоне. Или еще одно название картины Марии Стюарт в Лангсайде. Великолепная картина художника Джованни Фатори. Сэр Вальтер Скотт предположил, что в 1568 году Мария, королева Шотландии, возможно, наблюдала за роковой битвой при Лангсайде. С башни замка Крукстон. Стефано Усси, изгнание Вальтера Брионского, герцога Афинского, из Флоренции. Вид из окна на город Флоренцию. Глянем из окна галереи на сады Боболи. Не знаю, как правильно говорить, Боболи или Боболи. Эмилия Дзопки. Юный Микеланджело. Считается, что скульптор изобразил эпизод встречи Лоренцо Великолепного и маленького Микеланджело, как ее описал Джорджио Вазари. Медленно, не торопясь, попадаем в залы Палатинской галереи. 28 залов, но не знаю, прошли ли мы их всех, так как я начал испытывать синдром Стендаля, и я уже не совсем понимал, зачем и почему я тут, и не мог ни на чем-нибудь сосредоточиться. Бюст Козимо II Медичи.
Мадонна с младенцем и святым Иоанном Крестителем. Или другое название – Мадонна с завесой, Рафаэль Санти. Невообразимо большое количество картин великих мастеров Возрождения. Портрет фра Антонио Мартелки, мальтийского рыцаря, кисти Караваджо. Еще одна работа мастера, написанная в период его пребывания на Мальте. Как бы я хотел лечь на спину и не спеша смотреть на эти чудесные фрески на потолке. Мраморная статуя Венеры Италийской, скульптура Антонио Кановы. Аньола Бронзино, портрет карлика Морганти, любимца герцога Козимо I Медичи. Этот двойной портрет выставлен в центре зала в стеклянном футляре, позволяющем увидеть фигуру персонажа спереди и сзади. В это время Бронзино был вовлечен в спор, начатый Джорджо Вазари. Скульптура или живопись? И этим частным примером Бронзино пытался опровергнуть аргумент о том, что в скульптуре объект можно рассматривать с большего количества ракурсов, чем в живописи. Я только во Флоренции открыл для себя по-настоящему живописца Аньола Бронзино. Женский портрет кисти Тициана. Антонис ван Дейк, Карл I, король Англии, и его жена Генриетта. Этот двойной портрет – одно из многочисленных изображений британских монархов, созданных ван Дейком. Зубодер, работа Микеланджело Меризи да Караваджо. Идем в сады Боболи.
Честно говоря, меня сады бабули не вдохновили. Дойдя до мужика с большой вилкой и пруда с мутной водой, мужик с огромной вилкой оказался, к моему удивлению, никто иной, как сам Нептун. В мутной воде плавали еще живые рыбки. Плавали рядом с аэратором, спасаясь от смерти. Вид на Флоренцию ее открывался изумительный. Дальше мы решили не идти, решили возвращаться. Возможно, зря, кто знает. Одинокий конь Пегас, на выжженном солнцем поляне. Забытая ванна еще древнего Рима. Жаль, что вход в подземелье оказался закрыт. Опять рыбки. А это растут гранаты. Ну все, на сегодня все прогулки закончены. Завтра с утра едем на поезде в Ливорно, к морю. Ах, как хочется увидеть скорее море.